Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды. И у нас осталось с вами мало времени. Так, через 2 часа 16 минут у нас заканчивается неделя и начинается новая. Так что у нас последний шанс набить кубки и подняться в Лигу Мастеров. В данный момент я нахожусь на ранге 65-м. Задание... А, я еще не все выполнил. Так, сразиться в боях. Ну-ка, давай быстренько с тобой сразимся. Нам нужно один бой. Так, Зек, показывай. Томагавк лазерный. Я прокачал ему на 5-ю ступень. И остается лишь на 6-ю. Для этого нам нужно найти 20 комиксов или 11 слизезащитных очков. Ну, давай попробуем комиксы найти. Так, комикс-чувак. Ага. Сколько там нужно было? А, закончилась пицца, к сожалению. Ну-ка, а задание-то я выполнил? Да, выполнил. Значит, поднять уровень персонажа, да? Кто у нас? 3000 мутагена, этого мало. Нам нужно найти с вами какого-нибудь простенького персонажа. Вот где он? Которого... Во, Донателло Космос. Давай поднимем ему уровень. Все, заберем с тобой весь ревард и пойдем быстренько на арену. Почему на арену? Потому что испытания уже обновились. И у нас будет эксперт Усаги против мощи, испытания силы природы и сцены насилия. Так что, друзья мои, поехали на ареночку. Так, Матвей, Мухаммед и Марк. Ну, давай, наверное, начнем с Марка. Так, берем Лео. Тут уровень, я смотрю, 60-й. Берем Шреддера, Хана, Морозильную кошку. И вместе с ними в придачу я возьму Рокзара. Надеюсь, мы сейчас справимся с вами. Нам здесь проигрывать нельзя, потому что очень много кубков нужно. И, как говорится, каждый наш герой идет под расчет. Так, все великолепно. Можем с тобой, знаешь, что сделать? А, давай-ка я, наверное, в провокацию встану. Так, теперь понизим, попробуем защиту. Угу. Ну что, Шреддер, сможешь добить Донателло? Ну-ка. Получилось, отлично. Так, морозильная кошка. Справишься? Нет. Ну, Рокзар, естественно, выдержит, а мы с вами добиваем Рокстеди. Неплохо, продвигаемся дальше. Посмотрим, на какую сейчас мы с вами позицию передвинемся. Были... А на какой были? На 65-й. И приземляемся на 54-ю. Слушай, такими темпами нам придется здесь долго драться. Мельда, Бурон и Эвелин. Смотрим по кубкам. Значит, надо либо Мельду брать, либо Эвелин. Возьму Эвелин, потому что у нее уровень поменьше будет. Естественно, Леонардо я опять беру в команду. Хватило бы мне персонажей, вот что самое главное, понимаешь? Если не хватит, то... то не попадем мы сегодня с вами просто-напросто в Лигу Мастеров и получим минимум осколков. А я пошел сюда за осколками, друзья мои. Лео неплохо здесь себе показал, всех уронил, причем с одной вертушки, а мы продолжаем. Так, где-то 40-я, да, будет сейчас? 45-я. Но 44-я, окей. Так, Демир, Аманг и Лин. По кубкам лучше драться нам с Аманком. Блин, ну тут, конечно, левел уже 67-й, почти 70-й. Так, железная голова, подожди, пока не до тебя. Здесь я возьму, пожалуй, Ванюшу. Нейтрализатора возьмем. Паукуса и... ой, кого же взять? Давай Змейка Вьюна. Надеюсь, у нас здесь все получится. И никто у нас не пострадает, никто не упадет. Чтобы мы получили с вами достаточное количество кубков. Делаем вертушку. Ну, Пит однозначно здесь рухнет. Оу! Пит не рухнул. Слушай, а он даже не стал хилять. Оу, это нам на руку. Ты прикинь? Пит лопухнулся здесь. Так, давай-ка добьем. Погоди, что за фокусы такие? 67 уровень, мы с вами не можем пробить. Что за дела? Эй, вот, нейтрализатор, молодчик. Так, ну-ка посмотрим. Сейчас где-то будет 35-я, может быть 30-я даже позиция. И нам... надо будет всего лишь 3 боя отыграть. Но 35-я. Мы с вами очень медленно
продвигаемся очень медленно. У меня всего 3 отката осталось. А боев еще нужно сделать много. Так, ну что? Маринетте? Ну давай, Маринетте. Да что такое? Зэк вот не терпится ему в бой рвануть. Так, возьмем вот этих двух. И Армагошу. Я думаю, что вот этой команды будет более чем достаточно. Хотя погоди-ка, я уберу отсюда Кирби и возьму лучше Донателло. Давай проверим, насколько мы с вами хороши. Тут такие, знаешь, противнички довольно мощные на самом деле. Тут Рафаэль оригинал, да, со своей массовой атакой. Но он упал, правда. Так, дальше нам надо вот так сделать. Я боюсь, сейчас отхилятся, да? Через Леонардо. Или же не успеют. Но... ух, шикарно сработано на самом деле. Давай посмотрим, куда мы с тобой переместимся. Я думаю, где-то 25-я, 26-я будет у нас позиция. Ну-ка. 24-я, то есть получается еще 3 боя. Но это для того, чтобы перейти нам в Лигу Мастеров. А еще не забывай, нам нужно там закрепиться. Это взять, ну хотя бы, чтобы мы с вами были на Лиге Мастеров. Позиция 80-я. Только тогда 100% мы с вами там сохранимся. Если будет где-то 90-95-я, мы оттуда слетим за эти 2 часа, поверь мне. Ну что, Ваня, Джордан и Ми. Кого возьмем? Возьмем Ваньку. Ё-моё, всех героев разбазарил. Так, берем Зека, значит, здесь. И раз, два, три. Господи, они сильные здесь. Тем более здесь, не забывай, еще кролики со своей массовой атакой. 100%. 100% они будут именно ее делать. Рафаэль, да? Ну-ка, посмотрим. Бомбочка прокатила. Так, теперь Лео. Вся надежда на него. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кому-то сейчас не поздоровится. Кого он сейчас ударит? Вау, массовая атака. Ой, друзья мои, мы потеряли с вами Кирби. Да, немножко я здесь просчитался. Ладно, давай посмотрим, куда нас передвинут. На какое местечко, надеюсь, на теплое. Но это как минимум 4 или 5 кубков мы с вами прозевали вот в данный момент. И перемещаемся. 17 место, да? То есть в любом случае еще 2 боя, как ни крути. Так, кто там у нас? Угорающий, Робин и Джамал. Ну, начну, наверное, тогда с угорающего. 68 уровень здесь. Ё-просоте. Так, Железноголовый. Бакстер Стокман. Слушай, ну мы сейчас в данный момент вообще играем с тобой на пределе. На пределе наших возможностей. У меня всего лишь один откат остался и... ой, не знаю, что у нас получится. Так, давай вертушку сделаем. Замутим с тобой. Так. Вешает... ага, вешает. Вешает нам люлей. Так, бомбим его. Донателло, наверное, выживет. Нет, не успел. Ладно, это нам идет, как говорится, в плюс. Остается очень мало у нас персонажей с вами. Всего лишь 3. Ну-ка, куда мы сейчас попадем? 6-я всего лишь позиция. Ё-моё. Нам нужно как минимум еще 3 боя. Откатов у нас нету. У нас есть зато доллары. Знаешь, что я сделаю? Я думаю, ты правильно понял. Я возьму 10 откатов. Вот так вот это будет у нас выглядеть. И продолжаем. Продолжаем наши бои. Так, Денис, Лаури и Лайла. По кубкам у нас здесь никто не рулит. Но я тогда, наверное, возьму Дениса. Да, Денчика возьмем. Берем Лео. Возьмем Лео. Также возьмем, наверное... и надо будет перестраховаться. А для перестраховки у нас будет идти Рахзар и Зек. Я надеюсь, здесь никто у нас не упадет. Хотя Леонардо фильм очень слабый. И, соответственно, Эйприл тоже никуда не годятся. Так, бомбочка замедлила. Так, вертушка пошла от Леонардо. Остается Бибоп. Ну, мы его добиваем Рахзаром. Слушай, ну вот этот бой удачно у нас с вами прошел. Еще нужно 2 боя, друзья мои. 2 боя всего лишь. И тогда 100% мы с вами останемся в мастерах. Так, 96-я позиция. Окей.
кто у нас тут? Язык сломаешь, короче, Эллен и Квази. Я выбираю самого слабого, и это будет Квази. Давай, Лео, возвращайся. Также нам нужен здесь Зек. Также нужен нам Зек. Берем обратно Рокзара. И двух слабеньких. Это будет Крип, и это будет Мондагека. Но не забывай, что у него враги имеют массовые атаки. Особенно Майки, да? Да, вот он стоит. Ладно, поехали. Бросаем бомбочку. Дальше вертушка. Сейчас большая половина упадет, смотри. Все? Воу. Это для меня нежданчик, если честно. Хорошо, я доволен. Двигаемся с тобой далее. Смотрим, куда мы с вами приземлимся. 87-я. То есть еще один бой нам нужно с вами сыграть. Так, опять Мухаммед, Сергей, No Name. Выбираю, наверное, я Серегу. Лео, возвращайся. Так, Зек, тоже возвращайся. В придачу ко всему заберем Рокзара. И вот этих двух. Ну что, была не была? Как говорится, история пишется на ваших глазах. Поехали. Тут, конечно, Донателло, он мне немножко нервирует. Надо нам как-то его быстренько положить. Лео, давай. Хова. Слушай, ну неплохо, неплохо. Вот единственное, что у нас тут очень много массовых атак. Начиная с Майки, да? Который может сейчас бомбануть своим золотом. Ну-ка. Смотрим. Да, по-моему, кто-то упадет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, риск, риск обалденный. Давай захиляемся. Обалденный отхил, я тебе скажу. Так, минус Донни. Минус... Так, минусуем Майки и Майки Ролевого. Слушай, ну, неплохо. Все у нас остались живы. Я, честно говоря, думал, что они сейчас упадут против вот массовой атаки. Но нет, у меня все выжили. И это, слава богу, ребят. Получаем мы с вами 77 место. Последний бой. Используем сейчас с тобой всех оставшихся персонажей. Так, Фриделина, Матвей и Марк. Ну, давай возьмем, наверное, Матвея. Тратим последний откат. Тратим всех своих героев. Забираем Эйприл Кунаичи и, как говорится, в бой. Чуть позже выйдет еще следующая серия, ребята. Но это уже будет, как говорится, новая неделя. Сейчас мы еще отыгрываем старую. Так, давай, наверное, массовую атаку от Усаги. Он это любит. Но... Слушай, неплохо. Так, теперь вертушка. Я думаю, этого будет достаточно. Ага, Донни выжил. Yes. Отлично, у нас все вышло. Так, давай-ка посмотрим. И мы с вами на 67 месте. Вот теперь я, ребята, спокоен. Теперь меня отсюда не сбросят. Потому что, извини меня, 67-я позиция. Лига мастеров. Конечно, хотелось бы в Лигу мастеров 2 звезды попасть, но пока это нереально. Так, у нас что-нибудь есть с вами? Пиццу я всю потратил, да? Сыр нам не пригодится, потому что уже испытания обнулились. Ну, то есть, можно сказать, что все. Можно завершать серию. Она получится короткая, но это, ребята, был, как бы тебе сказать, последний такой рывок перед следующей неделей. Давай мы здесь с тобой заберем остатки роскоши. Кстати, можно зайти в магазин, глянуть. Может быть, что-то обновилось? Угу. Ну, эти все у нас есть. Кстати, у нас очень мало сюриков, но я думаю, что этого будет достаточно, чтобы мы сегодня... Сегодня, кстати, да, друзья мои, сегодня будет у нас переводиться новый персонаж в платиновый ранг. Как вы думаете, кто у нас здесь победил? М? Кто? Не догадывается никто? А я вам скажу, друзья мои. В этом состязании у нас победил Рокзар, как ни странно. Почему-то про тигра все забыли. Про тигриный коготь никто даже его не стал упоминать. А везде вот именно Рокзар, 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 Рокзар. Он просто с большим перевесом, ребята, выиграл. Поэтому сегодня он будет у нас переходить в платиновый ранг. Так что ждем с вами новую серию, где будем, как говорится,
переводить его в элиту. Ну, а на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!